Вот мы сейчас находимся на Крещатике в Киеве. Знакомые символы для всех. Свобода – это наша религия. И вот на этом месте находится очень примечательный объект. Не такой крупный, не такой многометровый в высоту и так далее. Но, кстати, на нем нет никаких особых табличек, что это такое. Я там посмотрел, там написаны только списки героев последней революции Майдана 13-го года. Но на самом деле это объект, памятник истории, в память о временах хана Батыя. В то время на этом месте стояли ворота в город Киев. Один из трех ворот. Главные ворота были золотые ворота, всем известные. А вот этот, вот эти ворота были с востока. Летопись гласит, что хан Батый со своим войском, прибыв к воротам Киева, не смог приступом взять и прорубить окно в стенах Киева. Не смог преодолеть вал. И он отступил после 2 месяцев осады и неожиданно взял его приступом, ворвавшись через Крещатик, на которых стояли вот эти вот в этом месте ворота, ворвался и потому что в том месте вал был ослаблен замерзшим болотом. И с этой стороны валы были слабые, рассчитаны на естественную преграду в военном отношении в виде болота. И вот это болото, кстати, Крещатик, оно больше переводится как с украинского, как место сбора всех ручейков, которые текут с холмов вот в этом месте, их здесь несколько. И отсюда название Крещатика. И вот это место, где образовалось болото, оно зимой замерзло. И Батый с восточной стороны ворвался неожиданно для Киева и овладел, взял приступом крупную военную крепость, крупную столицу Европы, вот в этом месте. Я думаю, для половцев, для потомков кипчаков, для татар, тюркского мира, наверное, это место останется в памяти, как оно осталось в памяти самих киевлян, самих украинцев, самого Киева. Вот такой памятник истории из нашего совместного прошлого.